Дорогие друзья, я не случайно говорю «друзья», потому что в этом выпуске я хотел бы сказать о 5 основных принципах работы нашего проекта. Проект РМЗС, но сейчас это проект уже не только образования в Австралии, это гораздо шире. Но те основополагающие принципы, которые были заложены в этот проект, из которого вышли, в общем-то, наши ответвления, расширение нашей деятельности, эти принципы будут соблюдаться. И я бы хотел все-таки объяснить, что это за принципы. Первый принцип – это зацикленность на клиента как друга. Очень неприятно говорить мне, своим студентам, что они клиенты. В какой-то степени, в действительности, они пользуются моими услугами не напрямую, но я зарабатываю деньги, получая деньги от учебных заведений. Но это не клиенты. Клиент – это подчиненная часть системы. Мои студенты – они не подчиненная часть, и это мои друзья. Это люди, которые сделали вот этот вот дом для меня, в котором я живу, и тот, второй, и третий, который в Гранвилле, и машина, и вторая машина, и все то, чем я обладаю, в том числе intangibles, то есть какая-то слава, известность, это все было дано не моими клиентами, а моими друзьями. То же самое можно сказать о всех тех бизнесах, которые выросли в рамках этого проекта. Это не клиенты, это друзья. Мы проактивные. Вы знаете в бизнесе термин реактивность и проактивность. Реактивность – это когда что-то происходит и вы реагируете. Проактивность – это когда вы предвидите будущее, вы видите, что надо сделать, и вы это делаете до того, когда в действительности, в реальности произошло событие, которое должно повлечь за собой вот то действие, которое вы делаете. Проактивность очень важна, особенно в человеческих отношениях. Надо делать первым то, что нужно твоему другу, потому что ему неприятно о просьбе говорить, что-то тебя спрашивать. Проактивность, она важна и для следующего принципа, на котором мы строим наши отношения. Это синергизм и взаимозависимость. Очень рекомендую вам почитать книгу Стивена Кови о 7 привычках наиболее эффективных людей, как, впрочем, и его сына Speed of Trust, скорость доверия, быстрота доверия. Здесь говорится о том, что люди должны быть независимы, но лучшее развитие нашего проекта – это взаимозависимость, когда мы нужны друг другу, когда мы стараемся друг другу помочь. И в этом случае, в действительности, наши усилия умножаются. Образовательный агент помогает миграционному агенту и наоборот. Брачный агент помогает миграционному агенту и наоборот. Создается система. Создается система, которая напоминает железобетон. Каждый элемент этой системы связан напрямую с другими элементами. Эта структура намного более прочная, чем цепочки, когда один зависит от другого, другой зависит от третьего. В нашей системе все взаимозависимы, все работают друг на друга, и эта система наиболее эффективная, по крайней мере, на мой взгляд. Четвертым принципом является безупречная честность и безупречная этика. Безусловно, честность и этика, все это зависит от того общества, в котором мы живем, зависит от того, что считается этичным и честным. Но я думаю, что есть какой-то common sense, есть определенные нормы человеческой морали, и мы должны поворачиваться в сторону людей, которые работают с нами, которые зависят от нас, от друг друга и от тех, кого мы называем друзьями, нашими клиентами. Клиенты, друзья. И вот это вот
безусловная этика и безусловная честность, они являются выигрышными. Поймите правильно, даже если ваши оппоненты или ваша окружающая среда, люди, которые сторонние, скажем так, работают с вами, они могут быть, в общем-то, и нечестными, по крайней мере, те, которые снаружи. Но по отношению к себе они хотят этичности и хотят честности. В принципе, привычка быть этичными и честными формирует людей. Не только систему, но и каждый его член, и всех тех людей, которые приходят в эту систему. Это своего рода образовательная и воспитательная функция, и она тоже очень и очень немаловажна. Пятый принцип может показаться очень спорным. Но все-таки, личная преданность людей друг другу. Это очень важно в человеческих отношениях. И бизнес, в принципе, строится на человеческих отношениях. Не может преданный друг стать предателем. Не может преданный друг стать хуже другого. Если в чем-то вы видите недостатки членов этой системы, друзей, вы должны мягко указать на эти недостатки, все вместе эти недостатки исправить. И ваш друг, ваш член вашей системы станет лучше. И система от этого станет лучше. И связи, которые вас связывают, они тоже станут сильнее. И система от этого только выиграет. Это 5 принципов, на которых строился наш проект и на которых он будет дальше развиваться. Если вам эти принципы подходят, добро пожаловать в проект. Большое спасибо.